аудиосистема с микрофонами SkyDisc Aura 200 Watt. В комплектации аудиосистемы SkyDisc Aura 200 Watt есть полный набор дополнительных проводов HDMI, провод питания, провод, который понадобится для зарядки микрофонов, а не на аккумуляторах, провод AUX, провода коаксиального подключения. Это у нас антиролл для микрофонов, два микрофона, две батареечки для пульта дистанционного управления. Корпус акустической системы выполнен очень аккуратно, с использованием качественных материалов. Дизайн минималистичен и находится вне времени. На лицевой стороне мы можем увидеть настройки часов, настройка будильника, управление медиаплеером, настройка громкости и выбор режима колонки. Тыловая сторона колонки имеет большой фазоинвертор и, с другой стороны, интерфейс подключения. Как мы видим, кнопка включения, провод питания, возможность подключения AUX, USB разъем для флешки, возможность подключения по HDMI, коаксиалу и оптический вход. Подробно о микрофонах. Микрофоны уже настроены, настраивать дополнительно ничего не нужно. Вам нужно просто включить, убедиться, что заряд полный, либо зарядить их. Также можно отстроить громкость микрофона, сняв вот блестящий кожух, и там две кнопки громкости микрофона. Дистанционный пульт у системы достаточно понятный. Верхняя клавиша со значком музыки, вот это вот, это подавление вокала с оригинального источника. Вы можете задавить вокалы и петь самостоятельно, сделав минус. Далее идет настройки звучания. Ниже идут настройки звучания микрофонов, мужской, женский голос, ну и так далее. Наложение эффектов на звук микрофона. Здесь есть настройки отдельно нижних частот и средних и верхних частот. Как вы видите, это настройка громкости, управление медиаплеером, настройка часов, управление режимом работы, переключение Bluetooth, AUX и так далее, коаксиальный, HDMI. Громкость микрофона также есть здесь на пульте. И самое интересное, это нижние 6 клавиш, звуковые эффекты, аплодисменты и ну, просто веселые звуковые эффекты. Создадим с помощью Hi-Fi системы SkyDisc Aura 200 Watt караоке-систему для дома. Включаем нашу систему кнопкой Mode. Переключаем режимы, включаем Bluetooth. Находим в нашей ТВ-приставке или в нашем телевизоре настройки Bluetooth. Выбираем по названию Bluetooth аудиосистемы и слышим звук подключения. Теперь давайте найдем караоке ролик в Smart TV. Можно использовать Rutube, можно использовать YouTube, либо любые другие сервисы. Раз, два, раз, два, три. Громкость звука пока еще не настроена.